Прокуратура Ленинского района поддержала обвинение в отношении неоднократно судимого жителя Челябинской области, который похищал денежные средства с банковских счетов потерпевших. По версии следствия, мужчина звонил ивановцам и представлялся сотрудником службы безопасности банков. Потерпевшие, введенные в заблуждение обвиняемым, сообщали ему пароли, а также данные банковских карт, необходимые для списания денежных средств с их счетов, либо по указанию обвиняемого совершали ряд операций с использованием банкоматов, также приводивших к списанию денежных средств. Общая сумма похищенных сбережений превысила 300 тысяч рублей. Приговором Ленинского районного суда города Иваново от 16 января 2019 года обвиняемый признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающий ответственность за хищение денежных средств с причинением значительного ущерба гражданину, а также в совершении 3 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всего по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.